Ну вот прошу заметить, друзья, вот, вот кто-то, хоть один вот из этих людей, Пушкин, Гёте, Франсуа Рабле, Чарльз Диккенс, вот хоть один из этих людей из книжного шкафа, он бы посмотрел на тебя, как на говно, он бы отправил бы тебя на убой, он бы, значит, заставлял бы тебя, как говорится, мыслить как надо и так далее. Нет, друг мой, ни один из них. И я тебе скажу даже больше, что вот эти все люди, это на самом деле изгои совершенные. Но при этом, при всем, понимаешь, некоторые из них даже все-таки, как говорится, им крупно везло, и они при жизни получали признание. Ну, а очень-очень многих из них, как говорится, включая художников, значит, в них бросали очистками и так далее, и они сами жили в очистках, а, как говорится, почет им стали оказывать после смерти. Да, вообще, вся эта некроцивилизация, это, в принципе, так оно и есть. Где-то я слышал по Ютубу, что, типа, у нас уважают только мертвых. Ну, это везде так, соответственно, я так думаю. Но, в общем, мысль интересная, друзья мои. И Мопассан — это совершенно не то, что о нем известно, что это якобы какой-то, какая-то чувственная литература. Нет, я вижу умнейшего человека, и опять же, все из того же самого совершенно гуманистического лагеря, как говорится. Именно тоже звучит символично, гуманистический лагерь. Именно туда и отправляют всех гуманистов. В лагерь.